Я не хочу уже на базар, Сережка. Все, прибыли? У меня за елкой срочно. Фу, а аромат какой стоит или запах, как это? Карпатских елок. Друзья, всем привет, с вами Денис Хрипован. Привет, мои хорошие из... какой там? Предновогодняя Одесса, мама, правильно? Угу. Ай, уйдем, Катюня, я вообще думал, что в этом году не приедет, но нет, что-то таки случилось. И люди уже аккуратненько, наверное, твою понесли. Эх, Сережа, ты самую красивую. Надо срочно идти выбирать. Идем, узнаем, я даже не знаю. Ну, ассортимент небольшой, но маленький, такие есть, и это уже хорошо. Погнали, сильно не кричи. Короче, друзьяки, мы находимся на базаре. Нам ничего не надо, но мы такие приперлись, я вам скажу почему. Крайнее видео за базар, где мы у мадам кабак покупали. Столько шикарных комментариев. Ребята, снимают шляпу. Ты что? Вот, очень приятно. Так мы хотели сделать маленький сюрприз мадам. И таким мы сделаем. Идем. Ты что, опять будешь молчать или только про елку? Я не могу, я только про елку и думаю. Не надо думать, надо... Что надо? Покупать. Совершенно верно. Братик, идем, 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 все будет нормально. Ай-гуй. Здравствуйте, доброе утро, приятного аппетита. Доброе утро. Что там, как... Начинаем бежать. Потихонечку, да? Давай хоть не для себя, для людей поинтересуемся. Хотя нам тоже надо. А что почем сегодня в этом году? Это что, смотрека? Не, пихта. А, пихта? Здание. Ох ты, елки-палки, а наших нема? Ридненьких. Ага. Від 300 гривень сосна. Так, 300 гривень. Від тисячі. А вот эти елочки почем? От тисячі, Катюша? Вот такая, сколько? Така 1800 гривень. А маленькая, вот та? Пушистая. А вот та? Ей подлиннее надо. Подлиннее, да? Да, 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 да. Она любит, да. Кто-то потолще, а это подлиннее любит. Не, вот это красивая. Ты универсал, ладно. Что ты там ржешь? Торжу, ребята. Ну, это не те иголочки. Ребята, а, это Дания, елки-палки. А, это Дания? Мы не такие берем? Мы с Мереку брали. Но эти стоят хорошо и колятся дольше, понимаешь? А есть побольше, чем вот та? Нема там у вас багажники длинненькой? Или это самая богатырская? Ну, на подставку поставить, она будет. Не, там верхушка некрасивая. Попугая посадишь туда? Пушка, да, она балованная, да. Да, вот хорошая. Не, понял, какую мы берем? Мы берем здоровенную, еще там метр отпиливаем, чтобы она стояла под потолок и вот этими рогами упиралась в люстру. Что, а такая богатая почем? 2000 гривен. Тю ты, елки-палки, Катюня. Возьми хотя бы маме. Только за себя думаешь. Эх ты, дочь. Что? По-любому какие-то блогеры. Нет, братик, по-любому. А Одесский Липован зайдешь, себе привет передашь. Так что. Одесский Липован. Да. На ютубчике, да? Так что, давай... Хороших продаж. Да, будем гулять. Обязательно. Пока-пока, чао. А это, смотри, какая пушистая. Ух ты, шо. Вот это откормили. Ну, это чересчур, Сереж. Ну, это да, гэть такая. А ты повесишь как огни, это чересчур. Вот так красиво, чуть-чуть бы побольше. А куда же еще елки-палки? На киевский рынок, ребята, за елками их немного. Слышь, генераторы не гудят, значит, есть свет. Если есть свет, пошли к мадам на фиалки зайдем. Здравствуйте, доброе утро. Доброе вы там утро. Оператору оставьте парочку этих. Штучек 8 мне сложите? Да, хорош. Мадам, пардон. Так, что Бубочка спит, идем аккуратненько зайдем. Ты ее хочешь оставить? Ну, не навсегда. Что там? И график работы, все работает. Ребята, фиалки Одесса в Инстаграме, так что забегайте. Ветчинина написано. Ну, а в какую сторону толкать? Не знаю. Ладно, занимаю очередь, я крайний. Хорошо. Усё, приплыли? Ну, идем хотя бы цены узнаем людям, покажем, потом зайдем на фиалки. Ну, нам же к мадам надо было через фиалки. Хотели сделать подарок, фиалочку хорошую подарить. Да не может быть, чтобы закрыто. Может, вы... Слышь, давай я позвоню, был же воскресенье. Телефон. Выходной. А сегодня воскресенье? Для таких, как мы, да, Сережка? Мадам, мадам. Свет. А, им свет оставляют, чтобы они, им наверное... Свет им надо, свет надо, и тепло. Слушай, там такая красота. Ладно. Эх. Что-то пошло не по плану. Ананас можем купить. К Новому году пригодится. Подарить? Да. Скажем от всех подписчиков. Ребята, да. Вы не против? Пишите комментарии, если таки да. Здравствуйте, доброе утро. А дайте вкусный ананас один, наверное, вот этот, да? Самый вкусный. А ты не помнишь, что не было мадам с фиалками? Не было сегодня ее? Выходная? Сегодня еще не было.
Сегодня еще не было. Все, что почем? Я угощаю. 108. Одесский Литова. Здрасте, доброе утро. Спасибо. Спасибо, братик, спасибо. Что так. Да, я даже не знаю, мандарины есть или надо? Вот Катюша. Очень вкусный. Ну, и возьми. И прям без косточек? И детям возьми. А тогда давай накидывай. Что, два по два? Угу. Маме 2 килограмма и нам 2 килограмма. Тогда подожди, что-то я деньги достал рановато. Мы я рассчитаюсь. Только... А мы перед Новым годом пойдем покупать домой ананас? А что такое? Ну, Новый год. Тогда пойдем. А что ты так прямо, как будто бы я тебя на свидание приглашаю? Ну так может уже бы купила? Сколько там осталось? 10 дней? Нет, кругом ну... бегом. Ты хочешь непосредственно конкретно перед Новым годом? Да. Ну специально для тебя. Выгулю тебя на базар. Спасибо, Сережа. Приглашаю тебя на свидание. Ты какого? 30-го? Сильно дерзкий. Я до 4 в инстаграме. Слушай, мама моя, сидел. Не простит меня, если я ей с тобой не передам. Так ты привет. Сразу, мама, вам такие привет. Вот одесский липован так и передает тебе привет. От всей души и с наступающим Новым годом вас. Чтобы вы были здоровы. Братик, давай пожму твою крепкую руку, передашь маме. Оп, я. Все. Маленькая, дай пятюню. Ах ты красавица. Так, наша на месте принцесса. Катюня? А. Слышь, я что хотел сказать? Чернослив вижу, курицу сейчас возьмем, Марат едет, а это значит что? Такие у нас еврейское блюдо, курица по-еврейски, правильно? Идем сейчас купим курочку, купим что нам надо и быстренько приготовим. Хороший, простой, как это, простой, элементарный, доступный рецепт. А цветы век на лодке не кататься, другим днем подарим. Чернослив. Нам 15 штук надо, идем. А там, может быть, у тебя у этой женщины, по-моему, были черносливины? А сейчас будет самое интересное, если и мадам это с кабаком тоже будет сегодня выходная. Не, ну базарчик жирненький, посмотри. Сегодня выходной. И людей, мама дорогая, и цены соответственные. Слышь, ананасы все лучше и лучше. Я не могу спокойно снимать базар сегодня. А что у тебя? Да и мне уже хочется идти. Елки в голове? Убирать. Конечно. Так давай я пойду тебе ветку куплю, дам в руку, чтобы ты успокоилась. Ветка мне не нужна. Ну это как, прелюдия. Здрасте, доброе утро. Здравствуйте. С наступающим. Здрасте, здрасте. Поздравляю вас. Спасибо огромное. Спасибо. Миланюшка, тебя поздравили только что. Ты говори, тебе что-то надо или будешь сегодня только ходить за елку думать? Хурму надо? Хурма надо? А что не надо? Ну, если человек говорит надо, значит надо. Ну все. Надо. Хорошо, что ты не смолчал. Ага, я понял. Так давай ты сам своими ручками накидай. Сколько? 6. В один 6 другой. Только хорошие. Фу, я испугался. 2 по 6. 2 по 6, только хорошие. Красивые, сочные. Да тут все, смотри, песни аж блестят. Меня угостишь? Да, я ж беру. Черри надо тебе? Можно. Надо. Надо. Надо было, не надо было. Не, мы сегодня по ананасам по такому. Тем более мы не себе покупаем. Слышишь? Холодно, да? Такое. Голову нет, в руки. Алина, надо что-то вот такое только на руки. А? Одесский капитан. Ой, Липован. Да. Ты давай не сильно меня подгружай. Нам вообще-то надо было подарить цветок, купить курочку, чернослив и все. Все, ты же сказал, тебе хурма нужна. Да это тебе нужно. Ты же мне будешь делать нервы, когда мы пьем. А где моя хурма? А что ты не взял? Не забудь, ты еще там за авокадо договорилась. Все правильно, надо опередить, пока проблема не началась. 100%, да. То... Потом сиди дома, договаривайся без хурмы. Так, что... Хотя... 250. Со скидочкой, я договорился, 250, давай. Да. Перец в подарок? Да. Точно в подарок? Точно. Ты что, еще и острый? Острый, да. Или длинный? Так странно, не, именно острый, да. А сколько в подарок идет обычно? На сдачу? Да, 3. Тебе, мне и маме, правильно? Хотя я свой Марату отдам. Договорились. Давай, опача. Смотри, попади в съемку. А давай, фильм. Да. Эх, ты, привет. А, мы с Херсона. Ой, ребята, он только что у девушки был на руках. Да. А, он уже попал в съемку. Красавец. Хорошего дня. Все, Херсон, будьте здоровы. Давайте, мы на понедельник на Херсон тоже машина.
поедет, так что привет передадим. Не-не-не, у меня же он под контролем, смотрите. Ой-ой-ой, песня будет. Спасибо огромное. До свидания. Ты что, особенно за перец. Ты что, Катюня, глаза разбегаются? А, я все понял. Что? Все нормально, я уже посмотрел, мадам нет. Ты понимаешь? Нет. Ты что, сегодня все пошло не по плану, да? Серьезно нет? Ага. А я сижу вчера до 4 утра. Пошли, она нас засунет. Что-то у меня уже как это в глаза долблюсь. Идем. А, есть. На месте. Не, тоже думаю, в такой день, как это, хороший базарный воскресенье. Так, подожди, чтобы не перепутать, кому там это цветы. Ты мне своими... Не-не, наша спит. Ты мне своими сдачами все... Все планы чуть не порушила. Приготовился? Ароматный. Пошли. Есть чернослив? Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Не отвлекай тут очередь. Здравствуйте. Грибочки, пожалуйста. Молодой человек, грибочки. А, ну, сдачу забрал, уже хорошо, давай. Ох ты что, я сам так делаю. Вы тогда ушли, а я же хотела вас, это самое, угостить этой... Так вы же нас тогда угостили. Да, это блины 130, шикарные, просто шикарные. Я тогда это самое, мы ушли, а Володя говорит, ты дала вот это самое брезы, Катюша. Я говорю, я дам. Ёшкин ты кот, а мы наоборот, под крайним видео, то начитались комментарии, там столько добрых, теплых слов за вас, короче. И вот подписчики наши скинулись и решили сделать вам подарок и подарить ананас. Перед Новым годом, с наступающим. Это вам. Нет, хотели подарить фиалки, ну... Ты что, проболтался? Как баба Катя говорит, какой же секрет, даже на весь телевизор сказал. Ёлки-ты-палки. Ты что, это Катюня? Это кузья брюза, очень вкусная, жирная, обалденная. Вот то, что ты любишь, Катюня. Обязательно. Ваша дитинка? Вот это? Спасибо. Да, наша. Спасибо огромное. Спасибочки, спасибо. Колись мы на Староконце купляли одну штучечку. А может быть, да, что-то узнаю. Да. Короче, тут перекрестный огонь идет. Сын Еремей или Елисей? Елисейка. Девочка, а це вас кто? А это у нас Миланюшка девочка. Сколько уже? Ну, такое себе. Сколько? Будет 3 месяца. Скоро 3 месяца, да. Так что, поздравляю. Слава Богу. Спасибо. Я вас умоляю, все нормально. Спасибо. Это у нас репетиция, потому что мы еще к вам зайдем. Так что все нормально. А брезочка, как у вас? Спасибо. Всего хорошего дня. Целуем, обнимаем. Погнали. Всего доброго. Хорошего дня. Мира и добра. Самое главное. Всем нам, да. Чтобы мир в мире. По-любому будет все нормально. Гарно, файно. Гай, гуй. Чернослив. Все, чернослив берем и поехали. Ай, к пацанам идем, заберем твою... Что там? Бурату. Бурату. Весь базар уже за моей буратой ходит. Хорошо, когда есть кому позвонить. Да, это ж... Бураты много не бывает, как оказалось. Катюша на нее устроила охоту. Нам повезло, что наш Саша таки прямо граничит... Как это? Павильоном своим. С человеком, который торгует буратой. Слышь, а как можно назвать человека, который торгует буратой? Буратино? Не знаю, Сережка. Короче, это я в том плане, что Саша вчера пошел и для Катюни забрал. Планировали заехать вчера не получилось, но бурата в надежном месте. И там, не забывай, еще моя утка лежит. Где это? Это вот этот салат, который тебе, по-моему, говорил. Это капуста это. Слышишь, а ты читала комментарии? Здрасте. Здравствуйте. Люди дали, короче, название, Миледи назвали. Миледи? Да, что ей подходит название, как это? Миледи. Миледи, да. Красивая. Передай привет. Ай, красота. Ага. 50 рублей за фотосессию. Ёлки-палки. Слышишь, она как-то елочка такая же, да? Ага. Сбитенькая. На ящике должна сидеть, говорить. Очень красивая. Здрасте, приятного аппетита. Да 4 у нас дома.
А что, правда говорят, что это самая полезная капуста? Здрасте, здрасте. Привет, мой дорогой. Братик, не кричи, только уснула. Да, да, да. Я же вам звонил. Здравствуйте. Так это ты? Да, это я, аллигатор. Ёлки-палки, ты понял? С этой капустой, да. Короче. Вот а это чего, да. А чего ж ты вчера не пришел? Вчера ассортимент был еще больше. А потому что я вчера с Маратом готовил, да? Уже за, я смотрю на твою пальму и забыл, что я готовил. Да? Вот это, конечно, да. А ну как называется в трех словах это людям? Это кале. Кале? Пакчой. Пакчой? Камацуна японская. Камацуна. И все это в Одессе, ты понимаешь? Нет, это в Троицком районе. Ну Троицкая, но да. Это продается в Одессе, так что ну. Все нормально. Так я теперь уже в Японию не хочу, все здесь есть. Катюша, а как ее надо есть? Ей можно просто ее помыть и дать ей, чтобы жевала? Значит, что я хочу сказать по поводу вот этой капусты. Ага. В этой капусте кальция больше, чем в молоке. Катюня? Белка на уровне с говядиной. Эндокринологи и онкологи эту капусту держат в тайне. Никому. Да. И мы никому не скажем. На Западе она есть на каждом рынке. Почему-то. Понимаешь, почему-то она есть на каждом рынке. А у нас белокочаны торгуют, чтобы аж... Да, да. Понятно. Вот, сок вот с этой капусты можно давать детям с младенческого возраста. Миланя? Да, да. Дай нам букет. Сейчас мы тебя загрузим, не переживай, мой дорогой. А я вас стою и слушаю, это тут целая лекция. Я одно запомнил, что кальций... Значит, что я хочу сказать. Я второй год ее раскручиваю. Вот. Люди, которые владеют информацией, подходят и говорят, отсюда. Такое. Да. Что, сейчас, одну секундочку. Кале. А, это кале? Да. Это кейл. Кейл. Вот. Это считается суперфуд. Засок я сказал, что с младенчеством. Да, 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 да. И люди подходят вот с такими шарами, говорят, откуда. Думают, что импорт получается. Я говорю, я вообще парень со Слободки, ага. А нахожусь в селе Троицкое, там я выращиваю. Ёшкин ты кот. Вот это прелесть. Катерина, и это капуста. Теперь я вас увидел. Все. Слышишь, сколько тебе брать букетов? А что тебе делать? Да жевать надо. Не, ну как-то же. Ну что, помыл и салатиком режешь, правильно? Все, что ты тоже мне. Интернет завален просто информацией. Давай Марату подарим один. Так, что почем хоть расскажи людям? Не-не-не, договоримся, у меня есть деньги, все будет нормально. Ладно, не для меня, людям сколько? Люди должны знать. 1 гривну, да. 120 гривен килограмм. Килограмм. Здесь примерно сколько? 400 грамм. Значит, вчера заходили в Сады Победы. Ага. Вот пакчой. У меня 120, там 360. Ну так Сады Победы, елки-палки, ты что? Катюша, подожди, слышишь, давай гаси фильмоскоп, сейчас будем брать капусту. Чего гасить-то? Я посмотрю, как ты любишь. Так, где, он же где надо будет сейчас деньги сувать, же не хотят брать. Так, что 3 хватит для начала, правильно? Да. Все. А какая в пупырышках, Катюня, слышишь? Скажи мне, а если подсушить и в баньку сходить, не? Нормально? Я предлагал людям. Пошлепать. Смотри. Я трогала только. Слышишь? Можно тушить, можно делать все такое. Как капуста обыкновенная, да. Хочешь жуй, хочешь прикуску. Все, кидай на веса. Вот это мы зашли, короче. Один в Одессе такой. Катюня, ёшкин, Марат, слышишь, идет в еврейский рецепт. Вот эта капуста. А не, он еще не знает, идет. Сейчас засунем. Маленькие вот эти зеленые. Маленькие такие. Слушай сюда. Да-да. Вы когда готовили китайскую лапшу, да. С сыном ты готовил. Да-да-да, не хватало. Вот, вот что туда надо. Ё-моё. Вот. Все, Елисейка, переготовим. Давай таких тоже штучки 3. А что, ее готовят именно не сырое едят? И можно и сырое, как... Хочешь. Китайцы и все там на воге прижаривают быстренько, но жарят они недолго, как мы, чтобы витамины улетали. Три минуты, раз припустил соусами, готово. Три минуты, я на все, отлично. Припустишь меня в водичке? Да я сделаю. С яичками, на сковородке. Фу, ну хорошо, хоть сковородку сказала, я уже подумал, что надо в ванну с собой брать, короче. Припущу. Позавчера резали, балакяка такая. Ну понятно, так она свежая вообще, елки-палки, это. Самая зеленая. Капуста. Кале называется. Вчера просто все улетело. Уже улетело. Та ты что, дай бог вам здоровья. Так кидай прямо сюда вообще, я буду все равно все это мыть, купать. Давай помогу. И что я сказал? Что нам ничего не надо, как обычно, но мы приперлись.
Это одни сплошные витамины. Какие? В, С, Д. Ой, вот вся это. Вся таблица Менделеева. Вся таблица Менделеева. Там нету витаминов. В таблицах? Ну, короче, похмеляться не надо после этого. Бери, просто ешь. Так, спокойно, где у меня тут сдача? На, 1 гривна. Это вот так вот, не глядя. Ты мне, я тебе, все, по-братски. Давай, все, огромное спасибо за такую детальную информацию. Меня зовут вообще-то Олег. Серега, очень приятно. Все, так и познакомились, спасибо Капусте. В интернете тебя смотрю с удовольствием. Телефон. 099. А ну-ка, 099. 47. 057. 057. 37. 37. Так и я запомнил. Олег, кому надо капуста. Аллигатор. Олег, аллигатор. Хозяин капусты в Одессе. Всего хорошего дня, замечательных продаж, да. Приятных да. Людей, да. Друзей. На следующую субботу вчера был ассортимент намного богаче. Так мы в субботу закатимся. Если в субботу, сможем. Но ты была не грюнка, заказывай. Была грюнкой, это просто эксклюзивно. Я столько не запоминаю, мне проще к тебе приехать и еще раз снять. Все, братик, от души благодарю. Давай, вот это ты напихал, хорошего. Короче, давай, спасибо, красава. Спасибо, до свидания, спасибо. Хорошего дня. До свидания. Ты что, я даже не знаю это. Вот, по-моему, вот это у вас блюдо меняется, слышишь? Слышишь? На что похоже? Я шо, козел тот бессарабский? Не, очень ароматно. Иди засосемся. Спасибо. Я даже не знаю, что сказать. Тут и редька, и капуста, и крапива. Я даже... А кальция сколько? Хоть бери до торгу. Не, очень вкусное. Очень, очень интересное на вкус. Катюша. Ну, я помою. Ну, да, я тебя помою. Что? Пожуй, вот и попробуй, она именно очень богатючая на вкус. Там 400 с чем-то грамм, да, если 300 еще меньше было. Не, ну вкусная. Очень жесткая, вкусная. Но, наверное... Что, не, ее же и перепустить слушай, можно. Даже щавель есть, да? Вот я только хотел сказать. О, носки мои! Бедный, да. Ты что, мы что, в ЕРМ-че? Сережа, мы вообще зашли на 5 минут, ты сказал. Да послушай, может мне надо носки? Такие жесткие хочешь? Не, хочу вязаные. Ну да, вязаные. Ну то помягче. А нет белых таких? Белых? Совечки. Ой, ой, да, тут перекрыл движение. 100 гривен. Ну а такие не хочешь? Слышишь? А пояс? О, хочу, возьми такие домой. Пояс у нас есть, Сережа. Ну такого же нет белого. Ну не надо. Это да. Нарядный я буду одевать. Вот тот будешь носить, не нарядный. Блин, балда, как с ней договариваться? Не надо складывать, вот носочки. Что, почем? Старый. Обычный 50 грамм, 100 грамм. Ну давай, покупай мне носки. Тоже мне. А размер подойдет вам или нет? Да я натяну. Я понял. Я же ее натянул. Да посмотри когда-то. Размер, да, можно. А какой у меня? 39-42, побольше надо. Поняла. Вот, но он хочет беленькие, да. Ну вот есть. Парад на выходные. Да. Все, да. Хоть что-то на беленькое треба. 100%. А пояс почему такой интересный? 170. Нам не надо пояс. Так это ж комплект. У него есть пояс, пусть носит тот. Да у меня поясница, ее это не беспокоит. Нет, вот беспокоит, просто нормально. Зачем да много? Да я знаю, я уже поняла. Так, куда, в капусту кидать? Кидай, Сереж, капусту. Давай, и то полезное. Добро. Очень вкусное, да? Очень, дать пожевать. Не, ну. Дякую. Я просто тут всем уже даю ее. Да, это спасибо не мы, это большое. Мы. Все, ты все взяла? А взяла. Что сдачу себе забираешь? А что? Не традиция прямо. Все. Ребята, будьте спасибо, здоровенькие, да. До свидания. Гай-гуй. И кашить людям, хай заходят. Да обязательно. На самом деле, слышишь? Западная Украина. Микуличин, елки-палки. Яремче. Тирский и третий мальфарский. Вот третий, все здесь. Де немає состава, не пишуть. О, мальфарский-то дуже файно. Слышишь? Возьмите, пока осталось. Да я бачила. Та вам не надо бачить, возьми, тебе дарю. Не, я спасибо. Та не балуйся, ёлка, та у меня её много, оставьте в покое, ёлки-палки. Сделай шесть салатик. Нет, я знаю, кто выращивает, он там Олежка стоит. Все, приятного аппетита. Приятного аппетита. Дякую вам. Все, чтоб скушали. Здрасте, наши, Даши. Катюня, там просто прелесть. Да хватит, Олег столько надавал. Олег, чтобы ты был здоров, елки-палки. Ну так же не можно. Напихал столько, что... Вы на
О, ёшкинку, ты что? Что список? Не, а мы капусту жуем, дай попробовать. Ты что, на, бери, пробуй. А ничего от нее не вырастет? Сиськи? Но она еще не пробовала. Давай, если вырастут, дашь потрогать, давай. Так, ну на самом деле надо торопиться, там уже Марат мерзнет. Там и Лида сегодня еще вообще-то приедет. О, Лидочка. Передай маме Лиде привет. Лидина мама. Привет вам большой. Огромный привет. Приезжайте к нам в гости. Сейчас Лида в разведку съездит, потом. А так она сегодня с мамой сказала, должна приехать. Нет? Пусть доедет сначала. Ага. Слушай, везде очередь. Так, ты что, смотри, шикардос. Что, нету Бурата? Ты видишь? Вот так хорошо. Да, Бурата нет, потому что ты уже взяла, иди сюда, елки-палки. Да мы что ж, взяла? Мы ж перестраховались. А вот так вот, если я не взяла. Если люди хотят. Да. Но бронировать надо. Через нас. Здрасте, ребята. Здрасте. Ты что? Опять все продал? Все. Ребята. Здравствуйте. Салют. Да не снимай. Бурату хоть мою не продали? Кого? Бурату. Даже не съели. Елки, спасибо огромное, перестраховал, потому что... Катюня, скажи мне, а что, кулик-пулик тоже нет? Да нет, есть, все нормально. Штук 12, может, 13. Ага. Тут они просили передачи, одно положили в качестве подарка. Буратисты? Да. Буратинисты? Да. Буратопроизводители. Спасибо. Спасибо. Как там, мне на неделю хватит? Это очень вкусно. Бурата, Бурата. Слышишь, и срачел у тебя положили опять? Нет, это не срачел. Нет, вот это Бурата. Ну, это моцарелла положили. Вот это моцарелла. И срачела. Срачела. Отлично. Вот это да. Что, отвечай там. Марат тебе звонит, вот ты отвечай. Марат. Алло, Маратик. Да, да, это я. Катенька занята, короче, тут она. Да ты шо? Ай-яй-яй. Все, разводи огонь, я курицу взял, капуста есть, все, летим. Чернослив не взяли, балда. Сейчас на обратно. Все, идем. Марат, не отвлекай нас, мы уже идем. Давай, давай. У человека футбол сегодня 3:30. Так у нас транслируют. Что с уткой делаем? Забираете? Пусть полежит. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть полежит, и я потом заберу. Место, так, сколько денег? 140, Катюша, давай, бабки полетели. Все, Ребзя, спасибо огромное. Давай я за уткой зайду, поехали готовить что-нибудь. У меня опять телефон звонит. Найми себе этого автоответчика. Я взяла черри немножко. Кого? Черри. А я думаю, где пропала? Так, вот там я видел чернослив красивый. Все, берем авокадо, забрали и полетели готовить курочку по-еврейски. Здравствуйте. Здравствуйте. Ох ты что, какой красивый. А что нам надо? Тот или этот? Ой, это нам надо на курочку по-еврейски, соответственно, надо, чтобы был подешевле, правильно? Да. Давайте вот этот вот, штучек 20. Приходите, я вас умоляю, Королева 88/1, ресторан Архимус, находится здесь недалеко, так что давай забегай. Да, штучек 20, чтобы там было, не знаю, там полкило кидай. Я вот так уберу. Будет нормально. О, файно. Отлично. Катюша. А мы были там, да. Александр Васильевич. Друзьяка наш. Договорились. Катюша, давай деньги. Миланя плачет. Спасибо большое. Спасибочки. Забегайте на ваш чернослив. Спасибо огромное и вас. Короче, Катюня, давай, у меня уже рук нет свободных. Ребята, от всей души с хорошим настроением. Сегодня пробегался по базару. Цены, не знаю, увидели, не увидели, но людей таких хороших повстречали. Всем пока-пока. Чао. По-моему, приветствую вас, подписчики. Спасибо, спасибо огромное. Ай-гуй. Полетели.